Итак, всем привет, с вами снова Blacks325, как всегда. Сегодня будем обозревать первого миктагана из набора Mechtavious Destroyer. Как вы знаете, я обозреваю из дестройеров каждого отдельно, чтобы так посмотреть. Значит, вот, собственно, персоны. Это у нас кто? Это у нас Экзострайкер Даркуса. Да, Экзострайкер Даркуса. Вот он. Значит, мы сегодня будем делать обзор на него. Значит, что еще хотел сказать? Значит, сегодня предпоследний обзор перед тем, как я сдам вот эту камеру, которую сейчас, в ремонт. То есть она отремонтируется, там что-то неполадки, плохо снимает. она отремонтируется, все будет нормально, где-то 3 недели. Ну, я так сам тоже решил, то что после этого конкурса, так как сегодня будет финальный этап, будут сражаться последних 3 человека. Я скажу, кто это. Сегодня все скажу, что будет происходить на этой последней неделе конкурса. Ну а сейчас давайте проведем обзор, потом все объясню. Так, это значит Экзострайкер. Давайте посмотрим карточки. Это карточка способности Мектагана. Она красная. Значит, тут нарисован Экзострайкер. Называется она Advanced Экзострайкер. Play during a battle where you have Экзострайкер with Silver Bakudanda attached. Ну, сейчас давайте сразу переведу. Используйте эту карту во время битвы, где у вас есть Экзострайкер с серебряным бакуганом присоединенным. Все бакутек-бакуганы теряют свои способности, и баку-щиты, ну, такие штуки у них вроде есть, принимают свой G-Power. Это синяя карточка. Синяя. Кстати, я не помню, какой стихии в мультике Экзострайкер, вроде Акваса. Ну, я не помню. Вроде Акваса, я думаю. Значит, вот. И карточка активации Mechtavious Destroyer. Вот она. Mechtavious Destroyer. Тут он сам нарисован. Вот, очень красивый. Сзади выглядит вот так вот. Вот. Давайте рассмотрим его в закрытой форме. Вот он, собственно, сам. Видите, красиво выглядит. Ой. Хотя это не важно. Вот он. Вот. Это Экзострайкер. Очень красивый. Сюда присоединяется его штука. Вот это Даркус тут нарисован. Стихия Даркуса. В общем, все как надо. И теперь давайте его откроем, что ли. Это не так делается. Ладно. Это фигня. Ну, теперь давайте-ка его откроем. Ой. Значит, открывать его легко. Опа, вот. Руки. Вот эти шняги мы потом открываем. Здесь, вот, видите? С обоих сторон. Вот. Собственно, мы открыли вот Экзострайкера. Как видите, он выглядит красиво. У него 230G. Вот. 230G. 230G у него. Ну, он сам выглядит очень красиво. Очень красивый бакуган. Ну, Мектаган. Так что поэтому Харлем Шейк. Да, это был не слишком удачный Харлем Шейк, но все-таки как сделать Харлем Шейк с бакуганами? Тут нет подручных средств, так что ладно. Я не буду монтажировать. Так что давайте продолжим обзор. Надеюсь, вот такой вот Мектаганчик. Теперь давайте его закроем. 230G, я уже сказала, закрывать он легко. Значит, вот эти штуки закрываем ему. Потом мы закрываем ему вот так вот эти когти. Ну, когти я их называю. Сфига ли не когти. Потом вот так вот, хоп, все с его самого. И все, мы его закрыли вообще легко. Собственно, вот такой вот был обзор на Мектагана.
Обзор сегодня, конечно, маленький. Всего 5 минут идет, но зато того стоит. Потому что маленький обзор, наоборот, круче. Меньше смотреть, меньше времени занимает. И зато Бакугана посмотрели. Вот такой вот. Блин. Такой красивый Бакуган. Очень мне нравится. Прикольный. Первый Мектаган из Мехтевиуса Дестройера. Ну что же, а теперь интерактивчик. В прошлый раз вы пытались отгадать, что это за Бакуган. Давайте посмотрим, что это за Бакуган. И это Локаноид Хауса. Поздравляем Дэна Бакугана, который отгадал, что это за Бакуган. Ты, конечно, победил, но это уже ничего не решает. Так что сейчас будет новый интерактив. Сейчас я все объясню подробно. Давайте. Теперь попытайтесь отгадать, что это за Бакуган. Но отгадывать будут только 3 человека. Только они. Блин. Только 3 человека смогут отгадать этого человека. Ну, то есть Бакугана. Потому что только у 3 людей на данный момент 3 голоса. И они только могут победить. Так. Ну что же, теперь правила я сейчас буду объяснять. На фон поставим его. Значит, каковы будут мои правила? Мои правила на финальной неделе конкурса таковы. Значит, только 3 человека смогут отгадывать. Вы, все остальные могут писать в личку. Ну, этим людям, это Мэн 70... Сейчас, давайте сначала все начнем. Значит, большое спасибо всем, кто участвовал в этом конкурсе. Это Бакумаксу 100, это Цукану Кириллу, это Минигану 53, это Дамиру Сабирову, это, конечно же, Вовану Супер 23, это Роме и Диме, это Илью Соколову, это Мистеру Дарку 797, это Динозавру 49, это и, конечно же, Дэну Бакугану. Вот этим всем очень спасибо, что участвовали в интерактиве. А теперь для вас, дорогие финалисты, это Арутюн Мурадян, у которого 3 голоса. Мэн 72 Рос, у которого тоже 3 голоса. И Тёма Зырянов, у которого 3 голоса. Только вы втроем сможете... вы втроем прорвались в финал. Место одно, только одно, только один победитель. Значит, люди, кто знаком с этими ребятами, вы можете им помогать, писать, что это за Бакуган вот сейчас был, вы видели. Конечно, я думаю, они сразу отгадают, что это за Бакуган. Хотя делать не будет не так. Потому что все усложняется. Вам нужно будет отгадать не одного Бакугана, а сразу 2. Что вот это за Бакуган? Что вот это за Бакуган? Вот. Кто первый отгадает, что это за 2 Бакугана, выигрывает. Выигрывает. На следующей неделе я объявляю результаты. И первый сезон Бакуганов этого года заканчивается. И через 3 недели я возвращаюсь. Ну, камеру мне надо в ремонт сдать, так что... Так вот. Поэтому вот так вот. Так что Арутюн Мурадян, Мэн 72 Рус, Тём Зырянов. Всем я вам удачи, спасибо. И желаю удачи всем моим друзьям, все втроем друзья. Вы сейчас финалисты, являетесь финалистами. У вас у всех по 3 голоса. Полуфиналисты у нас это полуфиналисты, у которых по 2 голоса. Это Цуканов Кирилл и Дамир Сабиров. Но вы не прошли дальше, уже поздно как бы выбирать. Но все равно, так что... Все, отгадайте этих вот 2 Бакуганов, которых видели. Вот этого и вот этого, вот этого. Все, все желаю, значит, вам удачи. Подписывайтесь на мой канал, там заходите на мой канал. Я обновил там фон, также аватарку обновил. Люмина Драгоноид уже не в теме. Это мне помог мой друг Дамир Сабиров. Так что подписывайтесь на его канал Бакумем ТВ и на его группу Бакумемс. Также подписывайтесь на Адвайсы Мема Бакуган и на Слендер Мем. Все ставьте пальцы вверх, конечно же. И смотрите другие видео, такие как The Walking Dead, как Call of Duty Modern Warfare 3, Minecraft. Minecraft уже... Сегодня, как, наверное, увидели или не видели еще, выйдет новая первая серия 2 сезона. Это первая карта «Тайна края». Очень офигенная карта. Ну, в общем,
угадывайте этих двух бакуганов, финалисты. И я желаю вам удачи. Все могут писать в комментариях, чтобы помогать вот этим людям. Давайте, два бакугана. Время пошло. У вас есть ровно неделя, чтобы отгадать этих двух бакуганов. Через неделю я назову результаты и назову победителя. Все. Всем удачи, всем пока. Берегите себя. Пока.